Были такие, я слышал не раз, не один раз слышал от некоторых сотрудников американских, что, ну вот они, значит, предали свою страну. И я всегда говорил, как вам не стыдно, вы совершенно не понимаете суть всего. Все шпионы, которые за последнее время, там, последние 20-30 лет были выявлены, там, этот самый Эймс и ряд других были выявлены, они все были американцами, все шпионили за деньги. Когда русские начинают с вами работать, это действительно, действительно сторонники демократии, действительно сторонники нормальности. Вы покинули Советский Союз и оказались в Штатах, как вы сказали, на один год. Но этот один год перерос намного дольше. И за это время вы работали и в Пентагоне, и в других организациях. Что вы можете рассказать об этом интересном времени? Как вы туда попали? Кого вы там, каких интересных людей вы там встретили? Да, я оказался в Вашингтоне в 90-м году, и поначалу я собирал материал для работы, посвященный американскому стилю фильм-нуар, стилю 40-х-50-х годов. Но в том же общежитии, которое находилось в самом центре Вашингтона, в очень таком богемном, ну не богемном, но полубогемном районе, в этом общежитии вообще жили люди из разных стран и из Америки, которым нужно было жилье в Вашингтоне на то время, пока они делают свои исследования. И я должен был там жить 9 месяцев. Я регулярно ездил на работу в библиотеку Конгресса, где отсматривал фильмы, брал монографии различные, делал выписки из них, там, ну, как обычная работа исследовательская. И там оказалось, да, и параллельно у нас это общежитие было построено внутри, было сделано как старый замок. Это было большое трехэтажное здание начала века. Это было просто частное здание, принадлежащее какому-то богатому человеку. И внутри это выглядело абсолютно вот как замок, с огромной залой такой, с камином, и с библиотекой, и с различными комнатами. И это все очень было романтично и интересно, как такая готика. И оказывается, они этот зал регулярно сдавали под какие-то приемы. И на этот раз, это был все еще 90-й год, это был прием Собчака, отца Ксении Собчак, но тогда он был известнее, чем Ксения. И познакомиться и пожать руку Собчаку приехали многие русские американцы, которые жили в Вашингтоне и работали в различных вашингтонских министерствах, ведомствах и прочих организациях. Среди них был отец Виктор Потапов, который был ведущим религиозной программы «Голоса Америки» в течение многих-многих-многих лет, и я его, естественно, знал по его голосу. Он приезжал до этого в Россию тоже, и мы познакомились с ним там. И когда в 1988 году, если я не ошибаюсь, КГБ закрывало дело на нас, на всех, потому что мы шли по делу отца Александра Армения, это хотели объединить с делом с Глеба Якунина, отца Александра Борисова и несколько не священников, просто прихожан. В том числе был я. Я упоминал в прошлый раз, что у меня обыск в квартире и так далее. Так вот, этот священник сказал, вы наверняка встречались с отцом Виктором Потаповым из Вашингтона. Я сказал, ну а да, ну а в чем здесь криминал? Он говорит, не водите таких компаний. Он в ЦРУ работает. В ЦРУ он, конечно, не работал. Но когда я уже начал работать в ЦРУ, преподавать русский язык, то был забавный момент, когда мы шли вот по Лэнгли, то есть это то место, где штаб ЦРУ находится, просто вот по территории Лэнгли, припарковав машины. И я вдруг стал смеяться, и мой босс говорит, а что смешного, Андрей? Я сказал, ну, во-первых, смешно, что, во-первых, это не, то, что не смешно, это то, что мне, я впервые здесь, и мне это очень на, все интересно смотреть. И как-то вот чувствовать, что
Я нахожусь в Лэнгли. Лэнгли – это штаб социального разведывательного управления. Но не совсем недавно, несколько лет назад, человек из КГБ, полковник Сычев, закрывая мое дело, строго-настрого наказал мне не иметь дела с ЦРУ. И как же я нарушил его заветы и рекомендации. Начал я с того, что меня очень быстро пригласили. Еще я продолжал собирать материал по своим делам в библиотеке Конгресса, и меня пригласили работать в частную фирму, где преподавались различные языки. И я там проработал несколько лет. Это была частная фирма в одном из предместий Вашингтона, прямо за рекой, то есть напротив Вашингтона. Окна выходили прямо на Потомак, и каждый накануне уикенда, в пятницу, над рекой низко летел самолет президента в окружении эскорта, где там был у Клинтона. Тогда уже был Клинтон, а в принципе, может быть, Буш это был старший, но неважно. И в какой-то момент один из студентов, которому понравилось, как я преподавал, он сказал, что вообще-то я работаю вот не в Госдепе, как было заявлено, а в ЦРУ. И вы хороший преподаватель, и мы бы хотели бы вас видеть у нас, потому что у нас есть нужда в хороших русских преподавателях, тем более современных и только что приехавших оттуда. Один мой друг, не более не менее как князь, но это уже тогда не имело, в Америке это дело уже ничего не ведет особенно, никаким заслугам. Отец его был внук белого генерала, не буду называть фамилию. Он тоже работал в КЦРУ, он мне сказал об этом. И сказал, что, слушайте, я буду вас рекомендовать, потому что нам нужны люди со свежей головой, и поскольку у нас с ним полностью совпадали оценки Советского Союза и советской системы, и совпадали настолько, когда уже видишь, что действительно это так, это не человек не выдумывает ничего, а просто... И в конце концов, вот таким образом, год меня, я подал свои документы, год меня проверяли, как это, security, шла проверка, и через год, в 1994 году, я начал работать в начале года. До 2004 года, 10 лет, чтобы я работал тогда как независимый контрактор. То есть не в штате, но ежедневная работа. И после этого я работал с военными. Но, кстати говоря, вот в этой частной фирме, где я работал поначалу, она тоже работала, как правило, с государственными агентами, поэтому там было представлено очень много студентов, которые там были, я их помню. Потом я видел их в ЦРУ, то есть они сотрудники были в ЦРУ, но никто, конечно, не знал этого. Так что вот таким образом я оказался на работе в Центральном разведывательном управлении, преподавал русский язык и основы русской культуры, истории, литературы, но главным был русский язык. Система была очень интенсивная, преподавание, и до сих пор приятно вспомнить, как один студент где-то в конце марта, его послали в ту страну, одну из республик советских, где он должен был работать, почему он учил русский язык. И когда он вернулся, он сказал... У нас был всего год на это отмерен, чтобы поставить их, как говорится, в смысле языка на ноги, чтобы они как минимум имели 3+ оценку. И, значит, в сентябре мы начинаем, значит, вот где-то в марте он вернулся и сказал с гордостью такое. Я справлялся буквально со всем.
буквально совсем, совсем заданием по-русски. Какой бы ни, какая бы ситуация ни возникала, я всегда ее разрешал с помощью языка. Лишь один раз я не знал, как сказать на бензоколонке «заполните мне полбака». Полбака бензином. Да, но действительно, мы этого еще не проходили. Ну, на все случаи жизни тогда еще не было Гугла, чтобы с переводчиком. И... Да, но тем не менее, приятно, когда люди сами знают язык. Все-таки посмотрим чуть-чуть на перебежчиков. Вы сказали, что вы видели многих из них. Ну и что это за люди? Да, я видел, довольно основательно общался со Станом Левченко. Человек интересный, он был, его прикрытие было, что он журналист-японист. И он сидел в Японии, по-моему, это были 70-е годы, может быть, я ошибаюсь, 80-е. Я не запоминаю такие детали, они лишние. Это был большой шум, когда он остался на Западе. Тогда он жил в Вашингтоне, потом он переехал в Калифорнию. Это был очень образованный, очень, я бы сказал, джентльмен. Видимо, американская жизнь уже его превратила из сурового работника советских органов гораздо более гуманного такого джентльмена. Он читал лекции для студентов, как раз, которые вот в этой частной школе, они были посланы туда различными агентствами. Это может быть ФБР, это может быть самые разные. И он читал там лекции по текущей политике, по Горбачеву, кто такой Горбачев, что и как и так далее. И мы много раз с ним встречались, много раз общались, и какую-то характеристику он мне давал тоже, по-моему, для поступления на работу, я уже не помню. Другой был Шевченко, по-моему, Александр. Он был представитель Советского Союза в ООН и остался в Америке. Мы его познакомились с одной довольно красивой молодой женщиной, которая была только что действительно вот, тоже эмигрировала из России. И таким образом могу сказать, что я приложил руку к его последней любви и последнему роману. Они поженились таки. И года через два он умер, потому что он был уже старый человек, а она осталась богатой женщиной. Но любовь была... А Аркадий Шевченко? Аркадий, окей, я думал Александр. Аркадий Шевченко, да. Дело в том, что русская церковь, в которую я тогда ходил, и которая в Вашингтоне, их две русских церкви. И обе они принадлежат к разным, так называемым, юрисдикциям. Одна это было как бы потомки белой эмиграции, и это называлось «Русская церковь за рубежом». Другая называлась «Американская православная церковь», и она была в хороших отношениях с Москвой, в общем, но в ней были тоже, было много очень интересных и приличных людей. Вот поэтому, не помню, упоминал я или нет, но вот в церкви отца Виктора Потапова, церкви Русской церкви за рубежом, я еще застал вдову Войкова, который был убит в свое время в 20-е годы, в конце 20-х годов он был убит за то, что он принимал участие в казни царской семьи. И, видимо, он не Войкова вдову, извините, вдову Каверды. Каверда – это был офицер, белорус, который убил Войкова. Много было различных представителей русской культуры, и все они относились к старой эмиграции. То есть вполне разделяли точку зрения Рейгана о том, что Советский Союз в то время был империей зла. Поэтому Шевченко был тоже одним из тех, кто ходил время от времени, посещал вот эту русскую церковь за рубежом. Что касается остальных перебежчиков, то
самыми известными, которые еще было 2-3 человека, и они были, но с ними я не общался, поскольку по роду работы преподавал русский язык. Но иногда они приходили тоже выступать перед работниками ЦРУ с с рассказом о себе и о своем видении ситуации. И они делали это по просьбе начальства, они делали это по-русски. И поэтому я приводил туда своих студентов из ЦРУ. Ну, они должны были слушать, а потом пересказывать, естественно, на уроках, как обычно учат язык. Что вас еще интересует? Хорошо, тогда у меня есть пара вопросов по поводу перебежчиков. Во-первых, за ними не охотились, я вижу по вашей истории, что они не чувствовали, что за ними охотятся, вот как, мне кажется, сейчас больше страха у людей, что покинешь такие силовые структуры, найдут как Скрипалей. Поэтому вот это другой подход при Советском Союзе, вам не кажется? Или вот 90-е, лихие 90-е, когда это никого не волновало? Вот просто вот эта вся эта ситуация. Лихие 90-е, судя по всему, за ними не следили, потому что перестройка, с одной стороны, была тактическим ходом, чтобы войти в доверие к западному миру и получить, если возможно, новые технологии или хотя бы просто полностью осовременить страну, попытаться. С другой стороны, это должно было проводиться, как я понимаю, так, что западные страны и западные демократии должны были реально поверить России в желание демократизации и либерализации. Поэтому на этот... Вы не считаете, что сам Горбачев верил в либерализацию страны? Так? Так? Что они делали, мы это такой трюк, но Запад поверил. А потом страна развалилась. Начну с того, что это действительно был трюк. И, к сожалению, действительно Запад поверил. Мне говорил просто студент из Центрального разведывательного управления, что, понимаете, я тогда работал в латиноамериканской стране, допустим, возьмем Чили. И вот нас собрали все интеллектуальные, силы и представители всех партий, культурных деятелей в, какая там столица, Сантьяго, допустим, Сантьяго. И там выступало русское посольство. Посол и важные люди, которые... И они рассказывали, что мы пришли к выводу, что марксизм и ленинизм не работает, что тот путь, к которому мы шли, оказался неверным, и что надо переходить на западные рельсы и на рельсы либеральной демократии, конституциализма и так далее. Да, вот это было. И я думаю так. Я думаю, что поскольку это было дело очень серьезное, вот такой переход и такая неожиданная либерализация, выпустили всех политических узников. Я хорошо помню это время. В это время я еще был 88-89 год. Поэтому я таки думаю, что действительно всех врагов СССР оставили в покое на какое-то время. И, может быть, даже достаточно долго. Но, как мы видим, свободы было примерно 10 лет, и то это десятилетие Ельцина было связано с агрессивной войной против Чечни и так далее. Но американцы всерьез, вот это я могу сказать, что они всерьез верили, что происходит, что поскольку рухнул коммунизм, рухнул Советский Союз, появилось 15 новых республик, выпущены все политические узники. Американские политики думают, что да, они верили всерьез, что происходит смягчение режима, что режим больше не тоталитарный, как он был в начале правления Горбачева и до этого при всех, при Черненко, Андропове, Брежневе и Хрущеве. Я думаю, что во всяком случае студенты разных, из разных
То есть, то есть тогда получается, что такого типа заявления, что лучшие операции КГБ это те, о которых вы никогда не слышали, это, видимо, была очень хорошая операция КГБ, обмануть весь мир, что они перестали, что они стали такие теплые, добрые, белые, пушистые. И совсем они перешли на другую. Видимо, так. Видимо, так. Я не берусь, я не эксперт в этом деле, но то, что я видел, тех студентов, которых я видел, из разных, не обязательно только из ЦРУ, но молодое поколение было настроено на сотрудничество и мир в очень серьезных масштабах. То есть то, что Россия сегодня стала абсолютным изгоем, и в прямом смысле слова существует только ради одной цели, двух целей, простите, набивать карманы ее элиты, так называемые, и гадить западному миру. Вот этого тогда не предусматривалось. Если кто-то предусматривал это, они считали, и говорил особенно много об этом, они считались жертвами конспирологии. Это я просто свидетель. Но люди, которые принадлежали поколению холодной войны, они еще оставались во всех этих организациях. А они были нерушимы в своих мнениях, что это все кончится рано или поздно, и будет опять противостояние. Вот такое разделение было, действительно. Я думаю, что вот известный был еще, по-моему, он умер, Шеймов. Еще известный, очень известный перебежчик, который с трудом его и жену вывезли буквально на автомашине. Шеймов, да, по-моему, Александр или... Он написал... Виктор Иванович Шеймов. Окей, Виктор Иванович Шеймов, он написал... Да, он умер 18 октября 2019 года. Вот, и я, честно говоря... Для меня эта смерть подозрительна, потому что он написал книгу, в которой описал, как они, в конце концов, уехали, описал в этой книге, как их вывезли, в смысле, описал в этой книге русскую церковь, насколько она была пронизана со всех сторон агентами госбезопасности. И, в общем, очень сильно насолил этой организации, и он долгое время скрывался в Америке. Начиная с какого-то момента, вдруг я услышал, что он теперь живет в открытую. Так что думаю, что был период, когда никто не скрывался, и многие появлялись. И, в частности, я постоянно видел в русском магазине продуктовом какого-то... Ну, забыл. Да, я просто читаю, что по этому поводу пишут аргументы и факты. Да. Которые назвали вообще эту историю, что самый жадный предатель в США скончался перебежчик Виктор Шеймов. Почему он жадный, не говорят, но говорят, что умер в возрасте 73 лет. И жена уточнила, супруга перебежчика Ольга уточнила, что причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью легких. Вы не согласны? Я с ними не общался тесно, мои друзья с ними общались. Но меня это не убеждает. Возможно, это и так. Но вы как раз вот то, что вы прочитали, я знаю, что его побег как-то очень болезненно был воспринят, и его постоянно клеймили предателем и так далее, хотя других перебежчиков в свое время так не поносили. Ну, в 90-е годы, конечно. В советские-то годы, естественно. Да, вот просто интересно. Написали, что Шеймов не был самым высокопоставленным предателем в советских спецслужбах. Однако в свое время к его фигуре было приковано пристальное внимание. Во-первых, он косвенно оказался вовлечен в противостояние между шефом КГБ СССР Юрием Андроповым и главой МВД СССР Николаем Щелоковым. Щелоковым, да, да. Во-вторых, он доставил немало неприятных минут и ЦРУ, потребовав от этой организации денег в судебном порядке. Он на работодателя подал. Святое американское право. Подавать на работодателя иск в суд. Возможно. Возможно, он подавал, да. Но при этом работу в ЦРУ он от этого не потерял, так? Нет, он, когда он переехал, он уже не был ценен, он не мог помочь. Какой он, его, так сказать...
Он поделился всей информацией, которую он имел, и он имел полное право на заслуженный отдых и пенсию и так далее. Но если ему, возможно, ему показалось, что ему платили слишком мало, и он мог подать на них, да. Хорошо. Это возможно. Андрей, тогда другой вопрос про перебежчиков. Им доверяли, с вашей точки зрения? Вы считали, что их информация воспринимается не как чистая монета, но, по крайней мере, они не считались подосланными кагибистами, которые были засланы сделать вид, что они сбежали? Опять такой трюк. Ну вот, я думаю, это как раз было мое время. Юрченко, вы тоже можете набрать его фамилию, Юрченко. Кстати, заметьте, что все фамилии украинские. Шевченко, Левченко... Ну, Шеймов только нет. Юрченко, Насенко еще был известный перебежчик. Беленко, летчик, который развернул свой истребитель сверхновый над Японией и приземлился в Токио. Так что это показывает, как украинцы всегда любили родную советскую власть. Я просто смотрю, когда он вернулся. Если не ошибаюсь, это еще было, кажется, при мне, потому что он... до 85-м году вернулся, кажется, да, еще обратно, в общем, да, так вот, вы, да, во-первых, ваши отношения к перебежчикам, доверяли ли им, вы считаете или нет? Ну, вот Юрченко, он заявил, что он перебежчик, я не помню, когда это произошло точно, но, возможно, вы правы, это из 80-х, и ему сначала поверили, а потом... Он сидел с двумя работниками ФБР, которые его сопровождали в довольно известном таком ресторанчике, где с тех пор висит доска, такая золоченая доска, что вот за этим столиком сидел, значит, этот Юрченко с двумя сотрудниками, агентами ФБР, и под предлогом, что ему нужно в туалет, он бежал от них через окно туалета. И бежал обратно в советское посольство. Поэтому с ним вот неизвестно, что это было и что была за история. Но нужно ли перебежчику бежать обратно, чтобы быть двойным агентом? Ну вот, да. Но вот эта история странная. Ну, это, видимо, происходило за вашими, как бы, за вашими классами, за уроками русского языка. Это было за пределами этого. Так? Что? Отношение к перебежчикам. Нет. Я слышал от некоторых, и у одних это было нормально, в рабочем порядке, и вроде бы верили, но после Юрченко перебежал другой. Вот я сейчас уже путаюсь в фамилиях, был ли это Насенко или кто-то еще. И Юрченко сказал агентам ФБР, что... Скоро будет еще один перебежчик, но это будет фальшивый перебежчик. Он на самом деле хочет быть двойным агентом. В результате тот человек, который действительно перебежал в скорости, они ему ни в чем не верили. Они его посадили, поселили. Не хочу, в общем, описывать. Не верили ему. Не обустроили его ни, так сказать, цивилизационно никак, и он жил в довольно тяжелых условиях, но он оказалось, что он действительно был реальный перебежчик. То есть, если вам не дают хорошие жилищные условия после побега, то, возможно, вас подозревают. Интересно. Вообще... Да, то есть, возможно, да. Да, вы просто, знаете, хочется понять, что посоветовать будущим перебежчикам? Не знаю, у меня нет совета. Крепко любить свою американскую родину. Говорить все на чистоту. Для меня работа была бы это ФБР, было бы это ЦРУ, было бы это английская разведка. Для меня это просто преподавание. Я не агент, не это самое. У меня нет такой подготовки. Но преподавание русского языка на высоком уровне и объяснение студентам, что такое Советский Союз и через какие кошмарные этапы истории он прошел, и какие кошмарные мысли, если его персонифицировать, крутятся в его голове, я считал это своим долгом. Потому что мой долг – это служить либеральной демократии, мировой либеральной демократии. Она находится на Западе.
Поэтому я думаю, что целый ряд перебежчиков долго как-то созревал. Мне это ничего не стоило, понимаете, меня наняли сами. Но постепенно созревал для вот этого бегства. Но были такие, я слышал не раз, не один раз слышал от некоторых сотрудников американских, что, ну вот, они, значит, предали свою страну. И я всегда говорил, как вам не стыдно, вы совершенно не понимаете суть всего. Все шпионы, которые за последнее время, там, последние 20-30 лет были выявлены, там, этот самый Эймс и ряд других были выявлены, они все были американцами, все шпионили за деньги. Когда русские начинают с вами работать, это действительно, действительно сторонники демократии, действительно сторонники нормальной жизни, противники любых стран, которые существуют для того, чтобы осложнять жизнь всему свободному миру. Ну, ну и возможен такой вариант, что если они как бы, что двойной агент с той стороны не может быть, потому что ему не будут доверять нигде. Что, да, так сказать, да, там такие, такая, конечно, паранойя, что засылать кого-то на Запад, чтобы он работал и тут, и там, ему не будут, такому человеку, мне кажется, просто не будут доверять. Но это я, мое, так сказать, понимание ситуации, я не знаю. Просто это уже из сферы, а? Это я так просто пытаюсь как-то продумать эту ситуацию, но мне тяжело быть таким параноидальным. Но я стараюсь иногда для темы разговора как бы надеть такую шляпу и сказать, вот никому не доверяю. Ну, поэтому и существует довольно много хороших триллеров, как по-русски это триллер, в кино. Если помните, «Ронин» такой был фильм с Де Ниро. Как раз там собрались различные представители вот этих агентств такого рода. И там целая заваруха в Париже и так далее. И, мне трудно что-то... Это отдельная жизнь. У меня очень отдельная жизнь, отдельная сфера, которой я мало касался, в общем-то. Но поскольку можно было водить студентов, скажем, на лекции перебежчиков. Теперь, перебежчики, которые... были более новые, и фамилии, я просто не помню их. Далеко не все были приятными, кстати. Так что, кто там что знает. Один был очень резкий, когда его все время спрашивали, значит, про политические убийства. И он всячески старался, даже я бы сказал, резко. Я уже сказал, что КГБ этого перестало делать уже при Хрущеве. Но любой дурак знает, что оно не перестало делать политические убийства совершать. Так что, видимо, по больному месту вопрос попал, не знаю. Вы считаете, тем не менее, что система более активизировалась за последние 20 лет, или за 5 лет, или 10 лет? Вы видите какие-то, так сказать, активизации режимов в России? Или это всегда было, и перебежчики всегда боялись, и всегда это был страх, а просто мы стали больше об этом говорить? С одной стороны, перебежчики всегда боялись и при этом не верили. Например, известный очень деятель советской контрразведки еще 20-х даже годов, Феликс, по-моему, Кривицкий, Вальтер Кривицкий. Он был выброшен из окна, в конце концов, во время Второй мировой войны, из окна гостиницы, в которой он жил, недалеко от Union Station в Вашингтоне. Я хорошо знаю эту гостиницу, потому что мне ее часто показывали. Вот из того окна был выброшен неизвестными. Или Родион Раскольников, который написал известное письмо Сталину в свое время. И он очень боялся за свою жизнь, его жена тоже боялась, и французские офицеры ей говорили: «Мадам, мы во Франции, не волнуйтесь, вам ничего не грозит». Вот он тоже был выброшен из окна. Но это было в какие годы? Это было еще в годы сталинизма. В общем, не могу сказать, что мне хорошо знакома повседневная жизнь перебежчиков в Соединенных Штатах. Но то, что я слышал о Сноудене, например, повседневная жизнь Сноудена не так плоха в Москве. Но он там тоже оказался в золотой клетке, потому что вся его совестливость, так сказать, и желание предотвластности, что-то такое нечистое, теперь уже в стране, которая вся нечиста, идеологически и политически, разумеется. Немного хороших людей, но... И да, я считаю, что за последние годы, может быть,
вообще сначала, с момента того, как Ельцин назначил Путина своим преемником, что совершенно антиконституционно, вся история России сводилась к тому, что Лубянка область за областью, сферу жизни за сферой жизни просто пожирала и давила, и в конце концов теперь полностью царит в России. И я просто вот, я пытаюсь понять, не переписываем ли мы историю, зная, чем все это кончилось, как бы. Конечно, это все не кончилось, все это продолжается, но как бы не смотрим ли мы на последние 30, 40, 50, 100 лет именно через призму того, что происходит сегодня, и кто у власти в России сейчас, и как бы говорить о том, что это такое, как бы почти что историческая неизбежность. Может быть, это так, может быть, это не так, не знаю. Как вам сказать, и если вы меня лично спрашиваете, что я думал, когда вот я, ну, остался я, правда, в Америке, потому что познакомился вот в этом общежитии готическом со своей будущей женой и получил гражданство через брак. Но я ни на минуту не сомневался, и это было содержанием очень многих моих споров на русском языке со своими студентами в разных, у меня разные были представлены среди моих студентов разные ведомства и министерства. Я постоянно говорил, что все вернется на круги своя. Вы еще хлебнете, чем меньше вы будете думать, что надо быть начеку, тем больше у вас будет проблем. Дело в том, что я очень хорошо помню совершенно загадочный вечер, но он мне не приснился точно. Так вышло, что я сидел дома один, была перестройка, за окном шла перестройка, бурно. В самом начале еще перестройки, и вдруг в телевизоре, я сидел перед телевизором. Ни моей жены тогдашней, ни дочери не было дома. К сожалению, нет свидетелей. Передо мной появился Михаил Сергеевич Горбачев на экране. И он выступил и сказал, что, товарищи, я должен вас огорчить. В общем, наша вся политика не сработала. У нас нет материалов ни денежных, ни технологических. Ничего. Я передаю своими словами соревноваться с Америкой и систему «Звездных войн» и так далее. Все это вот там перечислил. И он сказал, поэтому мы отказываемся от своей прежней политической программы и переходим на программу широкой либерализации, но мы найдем средства взять реванш. Вот это мне запомнилось очень хорошо. Я на это не ссылался, потому что даже не помнил, не знаю, число, я ничего не записал в тот момент. Но были у меня споры со студентами, с некоторыми, что мне говорили, нет, Россия уже практически не сможет быть нашим конкурентом, не сможет быть нашим соперником. И я всегда был с этим не согласен. Одним из ваших студентов была Джина Хаспел, которая была одно время директором Центрального разведывательного управления. У нее хороший русский язык был. Ваше мнение по поводу этого лидера, вы были удивлены, когда ее назначили директором ЦРУ, или вы были, так сказать, вот, Джина всегда знал, что это человек, который там подымется? Ну, я не могу, в общем, давать какие бы то ни было характеристики своим бывшим студентам. Да, Джина, тогда она не была не Хаспел, она потом вышла замуж, она была студенткой в 90-е годы, потому что я работал с 94 по 2004 год. И могу только сказать, что она была замечательным просто личностным, по личности вот человеком. И да, она была очень хорошей студенткой. Да. И очень умной. Ну что ж. Потому что говорят, smart. Smart. Okay. Да. Good to know.
Хотелось бы, так сказать, ну, раз уж мы заговорили о перебежчиках и о всех этих шпионских делах, единственное имя, которое я не упомянул, это Роберт Хэнсон, который был самым известным таким вредителем. Он работал 30-40, сколько там, простите, с 79-го или с 81-го по 2001 работал. С 79-го по 2001 год он был шпионил на Советский Союз, на Россию. Так что вот даже в тот самый замечательный период лихих 90-х, абсолютно наш главный боец со шпионами сам шпионил на Россию уже в тот момент, поскольку Советского Союза уже давно не было. Вы с ним никогда не пересекались? Сейчас у него 15 пожизненных заключений. Нет, я с ним не пересекался, но это все было во время, когда я работал именно в агентстве. Да. И Эймс, Олдрич Эймс, и Роджер Хэнсон, и кто-то еще был. Да, Хэнсон явился причиной казни целого ряда американских агентов, которые работали, которые были работниками КГБ, но работали на Америку. Так что он действительно очень большой урон. Просто в плане человеческих жизней даже, не говоря уже о том, что информация перестала поступать. Он был малосимпатичной личностью. Но я помню. И были у меня студенты, которые его хорошо знали. Андрей, большое спасибо. Большое спасибо за разговоры. Было очень интересно узнать. Что ж, теперь мы больше знаем и о Пентагоне, и об отце Александре Мени, и о многих других интересных людях. Андрей, большое спасибо за ваше время. Спасибо вам, Юрий. Спасибо, что пригласили меня, и за интересные темы. Спасибо.